В Златоусте назвали имя лучшего спасателя Южного Урала. Почетного звания удостоился сотрудник Златоустовского спасотряда Владимир Андреев. Он спас больше 400 жизней. В том году, когда еще не было у нас квадроциклов не было, Саганая всех поломанных, переломанных выносили именно вот так вот. В последний раз Владимир Андреев спас 13-летнюю школьницу. Во время похода девочка сорвалась с горы и сломала ногу. Школьницу пришлось нести всю ночь на носилках по горным тропам Таганая. Ни одна техника не проходила, и таких спасенных жизней больше 400. Группа из 8 туристов на горе Еремель, на Нургуше. На Нургуше пошла она со стороны Зюраткуля зашла, и потерялись они там. Туан спустился на плато. И они начали там плутать. Мы всю ночь их искали, и утром, как бы на вершине уже там, когда начали прочесывать местность, там их обнаружили. За 14 лет службы Владимир Андреев поучаствовал в 1200 спецоперациях, а в 2019-м его признали лучшим спасателем Южного Урала. Этому предшествовал долгий путь. Сначала после школы Владимир отучился на фельдшера, после 2 года службы в армии. Полученный опыт помог устроиться на должность спасателя, а после стать заместителем начальника поискового отряда. Количество его выездов, руководство этими аварийно-спасательными работами, результат, который он добился, то есть, соответственно, оно выше, чем у всех остальных в области. Сейчас Владимиру Андрееву присвоен первый класс спасателя. Это значит, что он может в случае необходимости применить навыки альпиниста, спелеолога, инструктора по парашютному спорту или водолазному делу.